Гастроскопия самостоятельно? Легко. Стараемся идти на вдохе. Дальше видим надгортанник, и нам нужно пройти под него. Вход в трахею, голосовые связки. Нам нужно пройти под всем этим. Становимся, просим пациента сделать глоток. Ну и без усилия проходим дальше. Далее видим пищевод. То есть мы прошли. Далее видим пищевод, мы прошли. Осматриваем верхнюю треть пищевода. Здесь видим какое-то полиповидное образование. Потом с него возьмем биопсию. Насматриваем среднюю и нижнюю треть пищевода. Здесь мы видим кардию. Очень хорошо видна Z-линия. Это линия, разделяющая ткань пищевода от ткани желудка. Об этом я говорил в предыдущих видео про ГАРП. Смотрим дальше. Заходим в желудок. Видим характерные складки. Здесь складки достаточно хорошо выражены, без атрофии. Видим светлую пенистую жидкость. И, раздувая желудок, заходим дальше. Заходить стараемся по малой кривизне. Это верхняя часть, если так смотреть. И сейчас уже скоро будем подходить к привратнику. Пока еще его не видно, но вот уже начинает видно. Вот это отверстие, это